И всем большой привет, с вами Гандроус, мы сегодня играем в Angry Birds 2. Я немножечко поиграл в эту игру, чтобы немножко ознакомиться. Я во вторую часть вообще не играл ни разу, только в первую, ну классическую, сами знаете. И, может быть, трансформеры, не помню, и все, то есть... Да. Такие вот дела. Но саму вселенную, сам фэндом вселенную птичек, ну вот эту... Злые птички, сами я знаю очень прекрасно. Два мультфильма посмотрел в кино, то есть отличные, кстати, мультфильмы, вообще классные. Рекомендую вообще всем посмотреть, кто еще не смотрел. В интернете, естественно, уже. Не в кино. Короче, что в данной серии будет? Не знаю, попробуем поиграть. Я пока что только первый уровень сыграл, так что да, не судите строго, а то, блин... Потому что я только ознакомлюсь с игрой, потому что мне довольно интересно следить за всеми играми Rovio, потому что, ну, они интересные игры делают, на самом деле, очень интересные. Так что, да, такие вот дела. Итак, собственно, вот, так, короче, ну, сразу же, так, ну, блин, я даже не знаю. Давайте попробуем, why not? Так, отлично. Так, ускоряем. Не, в принципе, неплохо, ребят, неплохо. Неплохо. О, ракетка, прикольно. Прикольно. И тут, естественно, Реда, наверное, пуляем, потому что why not? Так, Ну же, ну же, ну же. Я просто хочу видеть анимацию. А. О. Полетело. Ну-ка, 3 звезды, отлично, ребят, просто супер. Просто реально класс. Мне игрушка уже сразу зашла, потому что, ну блин, это выглядит потрясающе, просто клёво, прям вообще, вау. Уже 2 уровня мы пройдены, и еще 2 уровня мы получим 2 уровень. Вот это вообще класс. И там еще, смотри, какой-то босс-шеф. Потому что я его знаю по анимациям. Ой, тут не по анимациям, а по чётам. А, выходили серии некоторые. Angry Birds Toons называется. Короче, он там появлялся несколько раз. Или сколько. Так что да. Это очень клёвый на самом деле. Отсылочки такие. Хотя вряд ли это можно назвать отсылкой. Скорее просто как фишка игры. Типа разные боссы. Король свин там. Что-то еще там. Какой-то свин. То есть, возможно. Потому что я игру не проходил даже. Хотя... Нет, не проходил. Так, 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 так. Смотрим. В принципе, заполни круши метры, чтобы получить еще одну контру. Окей, why not? И давай-ка вот сюда. Бамс. Упс. И... Отлично. Так, ускоряем. Получили еще синих птичек. Отлично, супер, просто класс. Так, у нас тут есть вот этот цветочек, я его знаю, что он делает, вроде бы. Так, и давай-ка сюдашеньки, да. Упс, о-оу. Кому-то не повезет. Бум. И все тупо. Ускоряем. И 3 звезды. Ребят, если звук отстает, то это дело не мое, это дело эмулятора самого, то что... И записываю через BlueStacks. Ой, то есть не через BlueStacks, короче, играю через BlueStacks. Да, если будет лагать, то что, извините. Еще одна звезда, блин. Вот жалко, что тут не 4 звезды дается. Ну ладно. Погнали. Ну, если мы пройдем, кстати. Итак, вот, собственно, новый уровень, новый. Ребят, еще раз извиняюсь, что иногда лагает. И иногда звук будет пропадать в этой игре, потому что BlueStacks почему-то очень зависает. Или, я не знаю, как-то уменьшает звук мой, я не знаю, короче, я не знаю вообще. Даже какая-то хрень происходит с BlueStacks, не знаю почему. И бум, прям в экран мой. Да, собственно, так. Ой, да это вообще изи. Просто Реда сейчас будем использовать, и все, на изи. Просто Ред. Где ты, Ред, у нас? Так, и, допустим, вот сюда, шеньки, why not? И оп. И все, бамс. Минус замок. Меня всегда выделяет в этой игре
Просто как разработчики продумают разные вот эти все постройки. То есть это классно. Отлично, 3 звезды, неудивительно, это же начальный уровень. В этой игре, конечно, надо думать, естественно, там, блин, ну, это само собой. И, кстати, мы получаем второй уровень, ей, у нас ред прокачивается, круто. Пятый. Пятый. Давай, погнали. Сейчас будет босс, вот этот шеф. Он украл наши яйца, потому что в начале самой игры, типа там, он украл яйца тупо такие, а мы такие, ты чё, офигел? А ну-ка, возвращай к нам. Это наши яйца, окей? Окей, мэн? Ну, типа, вы поняли, короче, прикол. Конечно, больше... Хотя я не знаю, почему звук пропадает. Возможно, это дело в самой игре, либо в Блюстаксе. Я вообще, типа, не шарю. Так, давайте продумывать. Так, ну, тут нечего продумать, просто вот так вот пуляем и бамс. Вот так пуляем и все, тупо. Минус челикс. Так, окей, мы получили второй, давай сразу... А, нет. Нет, не надо. Окей, хорошо. Страйк. В принципе, неплохо, кстати, очень неплохо, очень неплохо. Такс, где этот наш шеф? Вот он. Такс, и нам как бы надо вот это. Босс так просто не сдастся, думай головой. У меня нет головы, окей. Так, ну, полюбас надо вот это, потому что, ну... Блинский. А, он упал. Окей. Я думал, что он там, не знаю. Ну, мы, короче, победили, короче. Новый рекорд, кстати. О, сундук. Ну-ка, давайте в серединку. О, ты еще неплохо, кстати. Ну, тут были праздничные шапочки. Ну, в принципе, пофиг. Я не особо прям печален. Вух, нифига себе. Чем выше птичьи, тем больше очков можно получить. О, окей. Еще один свин. Вот этого тоже знаю, на самом деле. Типа помощник короля свинья. Вроде бы. Не помню, на самом деле. Игра чертовски прям интересная. Мне реально прям уже интересно, что же будет дальше. Так. Not bad. А что-то вот это тоже интересно довольно. Вот эта штукемба. Какая-то вот эта новая. Что это, я не знаю. Вроде бы это лифт удачи. Я читал немного, немного читал перед этим роликом, чтобы, ну, понять, что вообще да как в этой игре. Ну, практически. Я только видел ролик один на ютубе, где вот там чувак, типа, выбивал какие-то штуки, вещи какие-то в этом лифте. Так, смотрим. Так. Золотая свинья, все, чтобы на ген запенькуш метр. О, это же классно. А, это обучение. Окей. Опс. Бум. О, так это классно, кстати. Это реально неплохая идея. Ну, в принципе, неплохо. Окей. Дальше. Оп. Изямба. Просто берем птичек. Они у нас так есть. И бам, ступа. Хоп. Изямба просто. Просто изи. Изи много очков на самом-то деле. Давай ускоряем. Страйк. И сколько? У, новый рекорд. 571 тысяча. Нифига себе. Вот это реально много. 600к практически. На самом деле в Android игры я больше, наверное, буду играть, чем в ПКшные игры. Типа TF2, Flatout и еще какие-то игры Steam. Потому что, ну, мне больше симпатизируют Android игры, потому что их больше, и они еще бесплатны, тем более. Это слава богу, что еще звук не пропадает, кстати. Это слава богу. А то я тут несколько раз прерывал запись, потому что меня очень сильно, прям вот реально просто вот бесил то, что звук пропадает в игре, а мне нужен звук реально. Так, изи, изи вообще, тупо изи уровень. Хотя вот та свинка
Слушай, свинья, ты чё, блин? Слышь, ты чё, свинья? Не понял. Чё за приколямба? Слышь, свинья? Блин. Блин, у нас даже нет одной птички. Ой, а чё за приколы? Блин. Какой-то отстой. Чё-то вообще не повезло нам на самом-то деле. Ну, блин. Чем говорю, надо думать в этой игре. Надо думать. Think about it. Ну, будем знать. Я просто чисто так, ну, типа, пулял. Ну, знаете, как в старой классической. Типа, ну, неважно, куда ты кинешь, все равно победишь. Короче, я понял, надо вот сюда, где-то в серединочку. Берем, короче, нашего Реда и куда-то вот сюдашеньки запуливаем. И вот, да. Отлично. Супер, свинья сдохла. Пучили Реда на изи. Ускоряем это дело. В принципе, неплохо. Так, и... оп, вообще изи. Просто берем синий троицу, который сейчас будет у нас так, угу, и куда-то вот сюдашеньки пуляем. Вот, собственно, так, блин, ракета не туда полетела, тварь. Блин. А, блин. Чё за отстой? Блин, а как же нам тогда? Давай вот так вот попробуем. И... да, отлично, все, все суперски. Not bad. Им получили даже карточку, нифига себе. И сколько у нас? 563 тысячи, неплохо. Not bad, not bad, not bad, really not bad. Игра очень классная, на самом деле, очень мне заходит. Мы ее будем продолжать, естественно, снимать, потому что, ну, она интересная. Вы сейчас не подумайте, что я сейчас заканчиваю ролик, естественно... ключ птицы! Вот это сейчас будет реально классная штука, эмба. Мы сейчас откроем птицу. Вот это вообще будет класс. Такс. А, выпусти птичку. Допустим. Давайте. Блин, учак, естественно, потому что, ну, это стандартная классическая птица. Хороший выбор. Потренируемся. Ну, давай. Why not? Потому что за чака я довольно мало играл в классической версии. Чаще всего это синяя троица, бомба и крэд. Ну, еще Матильда иногда. Но бомбы не особо использовал, на самом деле. Типа, ну, считал, отстойный какой-то там, ну, типа того. Вообще, честно, да. В остальные Android игры буду, естественно, играть. Там Brawl Stars, Angry Birds Epic. Я слышал про это. Трансформеры. Короче, много каких-то игр, потому что Android игры мне больше симпатизируют, чем компьютерные. Потому что, ну, реально компьютер, ну, come on. Так, и давайте сейчас прицелимся и просто... бам. Изи. Просто изи. Просто изи. И получаем неплохо очков. В принципе, это был довольно изичный уровень. Хотя это не уровень, а просто тренировка. Так что да. Но в этот раз нас сказали, слушай, не... карта мира находится теперь тут. Находится тут или теперь тут? Не особо прочитал. Так, короче, 8 уровень. Мы до 10 сейчас дойдем и вообще будет четенько. Итак, смотрим. Оп! Да что это за изи такое? Так, берем, наверное, Реда, наверное. Хотя надо было, скорее всего, брать нашего Чака, потому что у него меньше всего на самом-то деле. И да, у нас только две птички осталось. Ладно, в принципе, на изи справимся. Так, двойник сам сейчас развалится. Так, и давай-ка... так, а что это за штука, эмба? Блин, мне очень интересно. Мне суперски дико. Оу. А что это была за штука? Что-то мне было интересно очень. Блин, да какой отстой. Ладно, еще раз. Так, давай, ну-ка, давай. Ну-ка, оп.
И... Ну же, падай, 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 падай. Ты смо... Ну-ка. Ты смотри, блин. Да ты смотри. Окей. Ну ладно, 3 звезды тоже неплохо. Новый рекорд. И ты нашел подарок, отправь его другу. Ага, конечно. У меня прям Facebook есть, ага. Возможно, потом создам Facebook. Возможно. А пока мне его нету. Так, 9 уровень и еще одна звезда. У нас будет 3 уровень, это уже класс. И скоро босс этот. Угу. Not bad. Игра проходится довольно быстро. И она мне очень заходит, прям супер заходит. Прям я такой, вау, классная игра. Да. Так, все записывается. Да, записывается, отлично. Потому что я думаю, только, блин, вдруг не записывается. Вот черт будет. Я такой, блин, обидно будет. Так, смотрим. Так, в принципе... А, это подарок вот это. Все, я понял. В принципе, как раз он, кстати, указывает нам. И... Ну, в него не попал. Ну, ладно. Е-е-е. Отлично. Блин, какой-то отстой. У нас только две птички. Ред и это. Уф. Что это такое? Ну, попробуем, я не знаю. И, пожалуйста. Плиз. Плиз, чувачела. Давай, 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 давай. Есть. Отлично. За этот чувак этот остался. Слышь ты, блин, свинья глупая. Ну-ка, вздыхай. Быром. Отлично, супер, просто суперски. Ускоряем, естественно, и победа. Сколько очков? 16 тысяч, неплохо, но все равно 3 звезды, еще раз говорю. Потому что это начальный уровень, они, естественно, изичные. Кто бы сомневался, естественно. И 3 уровень, кстати, да. Нормально. Так, Red у нас прокачивается. Пока что Red у нас лидирует по качеству. И у нас вот эта штукемба, ух. Ты разблокировал башню удачи. Башню удачи. Следующий этаж с супер джекпотом через 30. Или 30 уровень. Хм, не помню. Это какая-то интересная штука. Ну-ка. Открыта башня удачи. Окей. Что это у нас? Чем выше этаж, тем лучше награда. Окей, давай сыграем. Так. Добро пожаловать в башню удачи. Окей, давай вот эту что ли? Какой-то отстой. Ну ладно, это всего лишь начальный. Так, давай вот эту левую. Блин, я практически синюю открыл. Или что это вообще? Нам все равно как раз для Реда нужно, потому что... О, 10 гемасиков, неплохо. Not bad, not bad. Так, давай-ка вот эту снова. Так, для Реда неплохо снова. Я не расстраиваюсь, на самом деле, мне вообще как-то плевать. О, там дискотека. Е-е. Школьные шляпы. У тебя уже есть шляпа такая. О, неплохо. Ну ладно, я не обижаюсь, в принципе. Привет, свинка. Чё, как дела? Ну, 10 гемасиков, тоже неплохо. Или рубины. Чё ты ржёшь, свинья? Блинский, какой-то отстой. Да, из-за меня плохой какой-то гадатель. Давай вот эту. Тоже 10 гемасиков, тоже неплохо. Рубинов. Блин, я всегда путаюсь. Давай вот, вот эту, наверное. Окей, not bad. Нет, свиньи, только шляпы. А давай вот эту. О, нормально. А что вообще делаю? О, это тоже неплохо, кстати. Окей, давай вот эту. О, нифига себе. Давай вот эту. О, неплохо. Ну, блин, рубинчики бы полезнее были. Давай вот эту. О, not bad. Ну, вот это было лучше. Окей, 15-й. Давай вот эту. 12 гемасиков, тоже неплохо.
Гемасики это всегда хорошо. Так, вот эту. Ого, нифига себе. Нам, ребят, дико везет, прям дико. Хотим. Ладно, посмотрим. Рекламку я посмотрел. Продолжаем дальше. И 30 гемасиков от 30. 35. Ну плохо, not bad. Блин, что главное, свинья не попалась. Окей, ладно, все, сдаемся, да. Блин. Играть еще. Блин, ну ладно, давайте. Блин, какой-то отстой реально. О, неплохо. Ну, вот это было лучше бы. Ну, ладно, не расстраиваюсь. Блин, я хотел на эту нажать. Блин. Повезло опять диком. Ладно. Играть еще 100, у меня таких нет. Блин. Синя утащил твою добычу. А у меня сотки нет. Блин, нет, отстой, нет, не хочу, все награды будут потеряны. Ладно. Блин. Какое-то дерьмо. А я еще, могу еще раз? Нет, бесплатно только через 10. Надо было сразу выходить, блин, вот знаете, это всегда такое, знаете, когда ты играешь в казино или в какую-то другую игру, типа награды и прочее, ты увлекаешься, и ты такой, блин, 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 давай еще, блин, реально отстой какой-то. Ну, ладно, в принципе, я не расстраиваюсь, потому что, ну, блин, это всего лишь игра. Ты же не теряешь реальные деньги какие-то, хотя, ну, хотя, кто знает. Может, реально теряю. Ладно. 10 уровень, босс, свин. Я не знаю, как его зовут, ну, просто будем босс, свин, тупо, с усами. Наверное, тоже будет простой довольно. Так, опять у нас, как всегда, погода, типа, воу, смотрите, опасный босс. Типа, все дела. Берем чака, естественно, и пуляем вот сюдашеньки. Пау. Бум, и все. Минус. Минус свиночки. Минус маленькая свинья, минус все. Изи. Забираем свою... Не забираем свою... Карту. Блин, нам... Так, босс, 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 босс. Где же будет босс у нас? Здесь. Оба. Пфф, да это же изи тогда. Так, ну... Вот такой... Опа. Оп. Нифига себе. А так и было задумано, кстати. Давай, 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 давай. О, что? Блин. Какой-то отстой. Реально отстой. Блин, я не думал, что будет так сложно. Вот это папандос. Да. Не, серьезно, я не думал, что будет так настолько вот прям хардкорно. Я думаю, будет сейчас, да, изи будет все. Ладно, окей. Так. И давай-ка вот сюда. Так, окей, хорошо, мы опять получаем. Реда, окей, хорошо, мы вернули свою карту. Потому что у нас 4 вот этого. Угу. Превьюшка, я не знаю, буду ли делать для этой игры или нет, но постараюсь как-нибудь завтра сделать. Потому что, ну да. Потому что ролик выйдет, наверное, только вот завтра. Ну, то есть сегодня уже, кто это видит. Блин. Блин, 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 я даже не знаю. Блин, он даже урон не получает. Ай. Блин. Ладно, он что, реально сейчас урон получит? Ладно, окей. Давай, иди отсюда. Давай, иди отсюда. Давай, все, свинья глупая. Все, до свидания. Изи.
Ну что, получил? Так тебе и надо. У нас, кстати, еще другие персонажи. Матильда, Бомб, Терренс и Сильва. Сильва и Сильвер. Я ее видел на самом деле. Да ты че, блин? Ты че, король свиней? Ты че, блин? Мне до сих пор мучает вопрос, зачем свиньям яйца? Просто зачем? Типа за то, что им надоело жрать постоянно траву? Или че? Блин, 15-й. Но это уже будет в следующей серии, потому что, ну, все. Наверное, разблокирую заклинание золотая утка, коснись, чтобы закрыть. Окей. Нравится игра? Нет, много нужно. Окей, хорошо, на этом ролик кончается. Ну, кончился, так что всем спасибо за просмотр. В следующей серии мы продолжим снимать, так что всем удачи, всем пока.